Сыны войны для обучения сыновей воинов армии и флота. Отличало воспитанников то, что многие из них потеряли родителей, были юнгами или сыновьями полков, претерпели в военные годы много лишений. Мальчики сами себя называли питонами, укороченное название от слова «воспитанники», «воспитоны», «питоны». А училище, соответственно, получило имя «питония». Сейчас в Нахимовском училище готовят для